Ну что же, мы резко меняем тональность, ведь звуковая дорожка – это рубрика о всей музыке без исключения. Да-да-да, встречайте. На сцену выходит одна из самых любимых певиц не только нашей страны. Ее голос чарует, завораживает. На сцене «Крокуса» Тамара Гварцители и балет Аллы Духовой «Тодес». Поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни, две рюмки водки и хвальба. Моя душа, презрев усталость, на день останется с тобой. И веря в искреннюю жалость, я ночь оставлю за собой. Обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Губами прикоснусь. Вернусь замерзшим февралем. Сыграем Моцарта вдвоем, Рамасом грустным на гитаре и белым танцем, где мы в паре. Вернусь я ночью полутьмой, метелью снежной кутерьмой. Кружить обувь и скучать, и дом любовью охранять. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Восхитительная Тамара Гверцители, шоу-балет Аллы Духовой «Тодес». Тамара Михайловна, огромное вам спасибо за ваше творчество. Спасибо. За вашу музыку. Спасибо. За ваше душевное тепло, за ваше сердце, которое просто вот в каждом звуке, который вы издаете, оно чувствуется. Это невозможно сыграть. Есть великие артисты, которые ничтожны как личности. Вы и великая личность, и великая певица. Спасибо. Поэтому приз, специальный приз звуковой дорожки, я давно мечтала бы вам вручить за ваш бесценный абсолютно вклад в наше эстрадное искусство. Спасибо. Тамаре Гверцители. Спасибо большое. Благодарю вас.
ваши аплодисменты. Тамара Гварцетели. Спасибо большое. Спасибо большое.